Через 20 минут начнется война с Англией. Что Англия? Привыкли чуть что. Англия, Англия. Хватит болтать! А где наша гвардия? Гвардия где? Очевидно, обходят флангов. Кого? Всех. Господин барон, ваше высочество. Ну, как дома? Все ничего? Все здоровы? Да, все хорошо, спасибо. Это правда? Что? Ну, не знаю, как сказать, но, в общем, ну, говорят, будто бы, значит, вы объявили войну Англии? Нет. Нет? Пока еще нет. Война начнется 4 часа. Если Англия не примет условия ультиматума. Ультиматума? Я выслал им ультиматум. Кому им? Английскому королю и членам британского парламента. Угу. Я предложил Англии прекратить бессмысленную войну с североамериканскими колонистами и признать их независимость. Срок ультиматума истекает сегодня в 16:00. Если мои условия не будут приняты, я лично начну войну. Начнете войну? Начну. Угу. Где командующий? А? Так, ну вот что. Послав ультиматум королю, барон тем самым перешел все границы. Война это... Вы знаете? Я помню, ваше высочество, когда... Достаточно. Было бы... Сдайте шпагу. Ваше высочество, ну не идите против своей совести. Я знаю, вы благородный человек. И в душе тоже против Англии. Да, в душе против. Да, она мне не нравится. Да. Но я сижу и помалкиваю. Война это... Подождите. Одним словом, вы арестованы, господин барон. Сдавайте шпагу. Я жду. Сдавайте, сдавайте. Совершенно распустились. Кто хочет, объявляет войну. Кто не хочет, не объявляет. Господин барон, господин барон! Вы просили вечернюю газету. Вот! Прошу вас. Ага. Тайфун в Сицилии. Выше. Куда поехать с семьей в свободное время? Выше. Вот. А, вот. Сообщение из-за границы. Англия признала независимость Америки. Так. Без 10:04. Успели. Их счастье. Честь имею. Продолжается война. Они что, у вас газет не читают?